В Омской области продолжается всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». 26 января в роли доброго волшебника выступил министр спорта региона Дмитрий Крикарьянц. Он исполнил мечту 9-летнего Никиты Бабушкина, вручил юному Амичу сертификат на полет в аэродинамической трубе. Когда видишь открытые, радостные глаза ребят маленьких, наверное, большего счастья ты не испытываешь. Когда ты можешь им чем-то помочь, исполняешь их желания за место Деда Мороза, тем более, как бы акция направлена все-таки на ребятишек, которые находятся либо в трудной жизненной ситуации, либо в каких-то еще обстоятельствах. Конечно, хочется идти навстречу, хочется дарить добро, делать это добро, и чтобы оно было запоминающееся очень для ребятишек, и они понимали, что в мире есть добро. Желание полетать в аэротрубе появилось у Никиты после общения с родственниками. На вручение сертификата он пришел вместе со своей тетей и двумя троюродными братьями, которые тоже получили сувениры от Министерства спорта. Мне старший брат рассказал, то, что его сестра побывала в аэротрубе, и она рассказала ему. Я Деду Морозу написал письмо про аэротрубу, и он сказал, мы сможем все сделать. Дети любят сказки, все остальное, тут полетать, воздух, вот это все экстрим, ощущение невесомости, это очень весело и интересно. Полет состоялся 31 января. Никита и его братья посетили аттракцион «Аэротруба», который находится в комплексе «Маяк-молл». Ребята облачили специальные комбинезоны, шлемы, прошли подробный инструктаж, а затем исполнили свою мечту – воспарили в воздухе. Мне понравилось, потому что взлетало само, и можно было летать самому. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит по всей стране и помогает осуществлять мечты юных россиян.